Добро пожаловать в Фургаду. На каждом шагу. Виза $25. А так то, если приезжаешь как немецкий турист, то стоит для тебя $30. Нормально, что? Разводят как могут. Да, пришлось телефонную карту купить. Советую вам на аэропорту покупать. Они стоят $10, 7 гигабайтов, потому что в отелях часто на интернет слабый и стоит много денег. Так что берите в аэропорту. Здравствуйте, меня зовут Никита и мой племянник Давид. Мы сегодня в Фургаде, в Египте. Вот наш отель. Пока здесь все хорошо, все супер, нам очень нравится. Море отличное. Мы вам попозже покажем. Недалеко от нас прям есть кораллы, где можно увидеть разных рыбок. Очень красиво здесь, конечно, кто любитель нырять, дайвингом заниматься, вот этими всеми вещами. Здесь, конечно, супер. Вот так. Это полностью пляж принадлежит к отелю. Сиди, наслаждайся. Отдыхай, расслабляйся. Советовать, кто любит нырять в Египте на Красном море. Море очень красивое. Тут сейчас как видно, такое светлое и высокое. Тут еще можно дойти идти до моря. Но там оно очень красивое. Такой краски вообще. Тут такие рыбки плавают. Тут как всех, скажем, дорогих фильмах, которые в аквариуме плавают. Эти оранжевые, желтые, конечно, не знаю, как они называются все полностью. Все здесь есть. Все видите. Ну, прям попозже пойдем нырнем тоже и покажем вам. Прям тут недалеко впереди, вот на светлом, тут мелко где-то, там метра даже воды нету. Вот эти кораллы, там прям незаметно, вот там хлебушек кидаешь, они все выплывают. С детишками, со всеми полностью. Просто красота. Покажем попозже. Большой привет всем. Оставайтесь на канале. Что молодцы, они разделяют сразу, кто умеет ездить, кто не умеет ездить. Что кто умеет, чтобы было поинтереснее и быстрее. И так все очень интересно, как интересно получается. Людей молодцы. Сейчас к нашей же путевке принадлежит на лодке, на спидботе прокатиться. Где-то примерно час-полтора, он сказал, мы постараемся, конечно, увидеть дельфинов. У всех разных рыбок, вот там были тоже ласты, все, здесь тоже все выдается, молодцы. Ребята подготовлены. Маски я вам советую свои брать, потому что они всем туристам выдают, все их берут в рот, ну сами понимаете, да, никто их не моет, никто их не чистит. Вот такая красота здесь. Вроде мы поедем еще на остров, там будет как Карибский остров его называют, как на Карибике. Там мы тоже, конечно, за вас все снимем, все покажем, что интересно делать. Вот этот. Да, я думаю, вон та темная лодка, справа, самая справа, здесь на ней сейчас поплывем. Вот так, ребята. Сам досмотреться не могу, даже эту краски. Вот мы выплыли на этой красивой лодочке.
Я вам скажу, за 40 евро на квадроцикле покататься, плюс на лодке, оптимальный вариант. Смотрит нас, меня зовут Никита, и мы находимся сейчас в Хургаде. Вот нас сюда привезли, которое я говорил, что нас повезут сегодня на этот остров Карибский, как похож, где там песок, как мука, и там очень красиво, говорят. И вот на одни из этих кораблей, не знаю, какой мы поедем, и как будем на месте, я вам расскажу все и покажу все дальше. Выплыли наконец-то, ждали остальные часть туристов. Сейчас заплывем на остров Махмея. Вот так вот еще люди купаются, египтяне рыбачат, каждому свое. Привет, люди! Вот мы на острове отдыхаем, релаксинг, занимаемся вот этот кафе-бар. Конечно, здесь очень красота, просто. Песок нежный-нежный. Так что нам тут очень хорошо отдыхается. Только советую, кто прилетает на Ругаду, советую это место посетить. Отдали 60 евро с переездом на корабле. Потом здесь на острове обед уже включено, напитки только на обеде. Потом мы на корабле сейчас поплывем еще минут 15 отсюда. Где кораллы, еще красивые рыбы всякие разные. Это будет, конечно, советуют. Да, это очень красиво, говорят. И мы посмотрим, как там будет. Привет, снова я. Мы выезжаем с острова Махмая. Что это обозначает? Запретная зона, защищенная зона от всего. Ну, конечно, туристы все портят, ломают. Мусор везде, пластмасса. Но все равно сейчас мы едем. Место где-то 15 примерно. Только рыб разных вы ее видите. Рыба, ну, так же, как знаете, с мультиков Немо. Всякие разные. Увидимся позже. Ну, конечно, что вы можете сказать? Просто красота. Просто красота, покой. Как вы сами видите, очень много кораблей разных туристов, потому что это... Я не знаю, как даже на камеру это передаст, не передаст. Это правда, как на Карибике. Это такая лепота. Просто лепота это все. Люди, правда, если приедете в Хургаду, едьте на этот остров. Не пожалеете эти 60 евро. Серьезно вам говорю, это просто супер. Просто супер. Нам сказали, мы сейчас на место приедем, там вообще будет такая красота. Нам даже вот показали карту, я вам потом сфотографирую ее. Что там все можно увидеть, там полностью все. Люди, привет еще раз. Мы только что как вот здесь пообедали. Люди очень вкусно готовят. Очень хорошо, мы даже не ожидали. Даже лучше, чем у нас в отеле. Да, с удовольствием. Для детей даже специально приготавливаю тут чикен наггетсы, картошка фри.
специально для детей. И еще им даже мороженое раздают. Свежехолодный вкусный арбуз, напитки, все уже включено. Только на время, на обеде. А сам вид, люди только могут хоть раз здесь показывать. Это так красиво. Я надеюсь, что камера передаст то, что, как я вижу, это, эту красоту. Сейчас поднимемся точно наверх. Вот так, люди, выглядит этот остров Махмая сверху. Тут что еще хорошо сделано? Тут, конечно, много кораблей, много туристов приезжает, но каждое турагентство, у них свои дни. Получается то, что у каждого есть своя лежанка, всей семьей там или друзьями, они распределяют сразу все, чтобы у всех была лежанка, все лежали под солнцем. Ласты, маски и трубку выдаются здесь бесплатно. Не стоит ни копейки, как может быть других агентств, тут это все входит. Там внизу бар, можно купить напитки. И любое пиво, Хайнекен, Стелла. И там еще какое-то египетское пиво 2,50 € бутылочка. Коктейль 4 €. А нормальные цены. Большие стаканы, все вкусно. Красота просто, люди. Просто красота. Как вы сейчас видели, дорогие люди, мы видели дельфинов. Просто, как вам не объяснить, какие-то чувства такое видеть. Божественное существо, правда, вживую. Вот у нас тут пол корабля. Всякие туристы, вон даже сзади мужчина стоит. И слезы пошли. Просто они прямо перед нами, там мама с моим маленьким ребеночком. И просто супер. Ассоциации просто не пересказать, не можно, нельзя передать вам просто, как это красиво. Их было 5 штук. Кстати, семья, не знаю точно. Очень красиво, правда. В открытом море, вживую, в каких цирках, в каких аквапарках, просто здесь, в открытом море. Супер. Всем привет. Маленький большой привет.